Всем привет, меня зовут Юля, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас очередная серия блокбастера «Куча халявы». Завалила весь стол здесь, хотя всего лишь 51 посылочка, но весь стол завален. Поехали смотреть. Приготовила я эту кучку не случайно. Здесь одни провода. То есть я их брала от 50 до 70 рублей примерно. У продавцов сейчас от 130 до 170 рублей стоят. Эти провода магнитные. Смотрите, тут правда вот этот вот для айфона. Это я подарю племяшке, у нее айфон. А у остальных всех микро. То есть они еще... Ну, то есть вот это втыкаете в телефон. Она у вас постоянно там есть. Вот, только приходите домой, например, раз, поставили на зарядку. И даже гнездо тыкать не надо. Вот. А, набрали много всяких разных. Постоянно есть купончики. Так, вот эти вот провода с TFC. Слава богу, я их заказала по 4 рубля. Вот эти были с купончиком. Вот. И я телефон купила новый. И у него как раз это TFC. Слава богу. И как раз они мне пришли вовремя очень. Вот этих было 4 штуки. Потому что было 4 купона, я взяла по 4 раза. А, уже подругам раздарила. Вот эти тоже мы друзьям раздарили уже, поэтому их тут так мало. Здесь и метр есть, и двухметровые есть. В общем, какие попадаются в группе ВК. Для тех, кто не знает, мы делимся такими выгодными ссылками. Там купончики продавцы выкладывают. Это все отслеживается, выкладывается в группу. Вот, и покупается. Причем намного дешевле, чем можно было бы взять. Дальше. Эта посылочка мне обошлась в 11 рублей. Сейчас у продавца стоит 80 рублей. Это вот такие формочки, птички. У продавца написано, что это украшение на торт. То есть туда мастику, наверное, и вынимаете — уже птичка. А детям можно такую. Она силиконовая. Дети могут туда пластилин забивать. Выковыриваете — и пластилин. Я могу, например, туда гель залить. У меня будет птичка — и разукрасить. То есть вообще классная штука. И недорого, за 11 рублей. А брала детям вот такие ручки. Да, по 24 рубля. Тут 10 цветов. Давайте попробуем. Пишет ли? Все пишет. Надо сначала вот... Вон чего. Все пишет, крутяк. Только я уже, похоже, сломала. Ну, китайцы. Ну, это же вообще коричневый, короче. Ну, это тут... Надо вон пилочкой какой-нибудь исправить. В общем, все пишет, все замечательно. Детишкам пойдет разукрашивать чего-нибудь. А сейчас у продавца стоят такие ручки по 32 рубля. За 12 рублей взято. Сейчас у продавца 50 рублей. И это вот такая штука. А кто смотрел прошлые распаковки, приходила мне всего лишь вот такого вот длины. Я ее выкинула. А это вроде бы как длинная. У продавца написано 10 ярдов. Вот такая штуковинка. Я ее хотела сделать вот так вот, двойную, сшить и пришить к платью, к низу, потому что у нее края хэбэшные загибаются, к сарафану вернее. Вот, потому что сверху пришили, чтобы не загибалось, и как раз бы снизу вообще идеально было бы. Дальше что у нас? А, это безименная, неизвестная посылка. Здесь шарики. Интересно, какого размера. Они небольшие, по 5 штучек в комплекте. Не знаю, я, может быть, вместо чего-то мне прислали. Вот. И больше я надувать не могу. Я боюсь этих шариков, как не знаю кто. Отдам детям, они знают, что с этим делать. Так, за 23 рубля взяла. Это наушники. Сейчас у продавца 124 рубля стоят, и они другие. То есть не вот это то, что он выставлял. Он поменял и описание, картинки, вот, и цену. Все поменял. И будет пользоваться только отзывами. То есть он просто взял себе и накрутил заказы и отзывы. Но все равно, кстати, тяжеленькие такие. Так, здесь вот такой карандаш. Брала за 15 рублей. Ой, за 41 рубль. Сейчас 51 рубль. В принципе, уж не такая и халява. И нам не намного стало дороже. Разобраться бы еще как. Вон, смотрите, тут можно два карандаша делать. Ну да, конечно, это гадость какая-то, не знаю. Ну, рисует, конечно. Вот, если здесь одним тоже можно порисовать. Держится крепко. Ну, ребенку дать поиграться на один вечер-то. Без проблем. Тут цветов море. Так что нормально сойдет. Поехали дальше. Взято за 9 рублей. Сейчас стоит 177.
Взяла дочке. Она очень любит такие какие-то. В общем, я уже древний человек, похоже. Меня уже дочь учит, как в телефоне, где и что делать. Раньше учила я бабушку. Ну, в общем, вот такая штуковинка. Приклеивается на телефон. Кстати, пластмассовая. За 170 рублей не берите. За 9 рублей еще ладно. Одноразовая какая-то штука, которая вот отвалится все нафиг, наверное. Вот. За 9 рублей нормально. Эх, стареем, стареем. Дети нас уже начинают учить, как мы когда-то учили своих родителей. За 13 рублей взяла вот такую брошку. Красотища неимоверная. Тяжеленькая такая. Я взяла собакам. У меня у кофт, у них капюшоны спадают им на головы, и я капюшоны пристегиваю. Так-то у меня пришитые, а тут брошечкой пристегну. А вот это клевая штука. Так, за 6 рублей взято с купоном. Сейчас у продавца стоит 126 рублей. Это вот такая обезьяна. То есть вы ее куда-нибудь вот так вот присобачиваете. Она у вас висит. Вот такая вот длинная. Ну вот я вам на лампе хотя бы покажу. Такая здоровская, за 6 рублей, вообще классно. Вот кто не смотрел в распаковку, вот эту вот колонку я взяла за 48 рублей. Там какой-то купон с Алис работал. Обезьянка классная. И, кстати, уже нет коричневой. Так, взяла за 15 рублей. Сейчас у продавца 50. Ну, это обычные часики. То есть, вот они, за 15 рублей. Да и за 50 недорого, чтобы время хотя бы смотреть. Взяла сыну, потому что он у меня постоянно все теряет и ломает. Так, значит, 54 рубля стоили эти наушнички. Сейчас 270 рублей у продавца. Есть купон на доллар, но они выходят уже 200 рублей. То есть, конечно же, не 50. Вот такие наушники классные. Вот здесь, кстати, пластмасса. Там будут еще наподобие наушники дальше. Я вам покажу, сравним. Там у них силикон. За 40 рублей эта посылочка была у меня. Сейчас у продавца эти сережки стоят 70 рублей одни. Вот такие висюльки. Обожаю висюльки вообще прямо. За 40 рублей 3 штуки взяли. Одинаковые совершенно. Там была просто акция. А при покупке от 3 штук скидка. Сколько там процентов? За цент взято. Сейчас у продавца стоит 67 рублей. Красная цена этой бижутерии как раз таки цент. За 67 рублей для такой штучки очень дорого. Можно найти лучше намного за 67 рублей, чем вот эту. Брала эту посылку за 78 рублей. Здесь 3 ободка. Сейчас у продавца стоит каждый по 88 рублей. Но ободки классные, конечно. Очень классные, красивые, вообще суперские. Но дочь забраковала. Она у меня очень любит ободки. Дочь забраковала, потому что нет вот здесь зубчиков. Она говорит, волосы они держать не будут без зубчиков. То есть, когда зубчики есть, они хотя бы не слетают. А это, она сказала, полная фигня. Поэтому, скорее всего, отдадим кому-нибудь. Может, кто будет носить, не знаю. Дальше наушнички взяли за 50 рублей. Сейчас у продавца 127. Они беспроводные. То есть вот так вот их заряжаете от пауэрбанка, например, или от розетки. Они беспроводные. Ну, то есть провода, конечно, есть. Вот, но не нужно подключать их к телефону. То есть закинули на шею, они у вас есть. Что это, что это? Ага. За 18 рублей взяли. Сейчас по ссылке какие-то часы. Была накрутка товара, то есть продавец накрутил заказы, отзывы, например, 5-звездочные, потому что люди думали, что он не пришлет, а он прислал. Естественно, 5 звезд ставят. Вот, волосы закреплять, да. Вот этими штучками можно просовывать пряди. То есть наборчик за 18 рублей классный. За 10 рублей взяла. Сейчас у продавца 36 рублей стоит. Это для штативов. Штатив будет дальше тоже, какой-то я там дешманский взяла, покажу. Так, носочки за 12 рублей, сейчас вообще товар недоступен. То есть магазин, наверное, скорее всего уже закрылся, потому что носки ехали мне с апреля.
Носочки нормальные, плотненькие. За 12 рублей вообще отлично. У меня, кстати, такой целый набор, упаковка была, только черненьких, с красненьким сердечком. 33 рубля. Две штуки. Вот это полный крах, полный провал. Кто-то еще берет и покупает. У продавца сейчас стоит 25 рублей одна. Вот эта заколочка. Вы посмотрите на нее. Она очень красивая. Мне понравилась на фотографии. Можно было выбрать только рандом. То есть продавец даже вам две не одинаковых отсылает. А разные цвета. Вот это все сделано отвратительно, ужасно. Все, что мне пригодится, это вот этот вот крокодильчик. Например, волосы закрепить, когда я, например, какой-нибудь косметикой пользуюсь, там, чтобы убрать, чтобы не мешались. Но вот это вот жесть. За 25 рублей каждая. Это вообще того не стоит. Вообще. То есть, я думала, будет получше. Если увидите, не берите ни в коем случае. Так, дальше. Тоже с апреля ехал мне этот скотч. Сейчас у продавца 67 рублей стоит. Я взяла за рубль 35. Давайте хоть посмотрим, что он из себя представляет. Якобы там 10 метров. Смотрите, какой. Какой-то бумажный. Клеится ли он вообще? Клеится, конечно, да. Очень-очень слабо клеится. Но для украшения чего-либо, например, блокнотиков каких-нибудь, нормально. За рубль 35 пойдет. Так, за 82 рубля взяла. Стоили 114. Ну, вернее, сейчас у продавца стоит. Но это наушники. Были у меня уже такие, нормально. Тут даже запасные штучки положили. А вот и штативчик. Взяла за 25 рублей. Сейчас товара нет. Интересно, он там шуршит сильно или нет? Так, 25 рублей. Вот она, он такой просто. Так, и вот эта фиговина сюда прикручивается. Кстати, вот эти штучки бывают без этой резинки. Если этой резинки нет, у меня телефон прямо выскальзывает. А эта резинка держит его. То есть я принимаю только вот такие. Нельзя мне вставлять мой телефон, потому что он вывалится и упадет. Какой минус у этого штатива? То, что нельзя никуда ничего повернуть. То есть вот как он стоит ровно, так и все. Не наклонить, не повернуть. Никак вообще. Я пользуюсь вот такими. То есть поставили телефон. Вы можете его и так наклонить, и так наклонить. То есть в любую сторону, куда хотите. Вверх, вниз. То есть красота. А это никуда никак. Разве что удобно вот так вот снимать с телефона, например, держать за палочку, а не вот так вот за телефон. Так, за 18 рублей взято, 104 рубля сейчас. Поделились со мной тоже ссылочкой в ВК. Вот такие конусные стразики. За 18 рублей, представляете? Круто. И они пришли. Так, за 26 рублей взяла. Сейчас у продавца стоит 100 рублей. Вот, которые я вам говорила как раз. Вот они, видите, какие силиконовые насадочки. А здесь совершенно другие. То есть это совершенно разные наушники. Дальше, следующая посылка стоила мне цент. Смотрите, какой огромный пакет. И смотрите, что там. У меня такая штучка есть, розовенькая. Я ей всегда умываюсь. И, значит, продавец такой раздал всем по центу. И сейчас, представляете, какая цена? 160 рублей за одну штуку и плюс доставка 140 рублей. То есть это получается 300 рублей вот такая фиговинка стоит. Врет, конечно же. Я брала там рублей за 20, что ли, за 25 себе. Давно-давно-давно, года 3 назад, наверное. Классная вещь, кстати. Она у меня до сих пор есть и до сих пор ей ничего. Взята за рубль 35. У продавца сейчас стоит доллар, то есть 68 рублей. Это вот такая курица. Не знаю, как она будет держаться вот на этой штуке. Ну, такое ощущение, как будто она порвется. Ножки тянутся, и яичко вываливается. За рубль 35 побаловаться вообще классно. Такая дринь-дринь-дринь. Здорово, яйцо этого болтается. В общем, это балости, все балости, но очень дешевые. А вот это трафарет. Взят за 6 рублей с купоном. Сейчас у продавца стоит
737 рублей за 20 штук. Этот мне пришел один, но за 6 рублей. То есть можно куда-нибудь приставить, можно обводить фломастером или ручками, можно какими-нибудь красками набрызгать. Дальше. Взяла линейку металлическую за 28 рублей, 20 сантиметров, там разный сантиметраж был. То есть к купончику подходило 20 сантиметров, чтобы самое дешевое выходило. Сейчас у продавца стоит такая линейка до 96 рублей. Почему-то она какая-то исцарапанная. Видите, какие царапины. Это что с ней делали-то, интересно? То есть пакетик не поврежден. Значит, ее уже исцарапали, когда убирали. Но эта сторона не нужна, потому что сантиметраж вот здесь. Линейка прямо прочная, гнется с трудом. Вообще тяжеленькая такая, хорошая. Дальше. Кто-то в группе ВК скинул, что в разделе за монетки, за центы монетки, есть вот таких много-много бутылочек. Когда я ее брала, по-моему, было то ли 700 оставалось их. Естественно, можно было купить одну в руки. Я взяла 100 миллилитров, там было еще 50 и 150. Я подумала, что мне 100 достаточно будет, но такое ощущение, как будто она не 100. Ну, может быть, и 100. Нужная вещь уйдет ко мне в ящичек. За 25 рублей брала вот эту штуковинку. Втыкаете в розетку, сюда можно лампу вставить или что-нибудь еще с выключателем. У продавца стоит 54 рубля плюс 59 рублей доставка. Это дорого, лучше поискать у другого продавца. В общем, у меня нет удлинителя, поэтому здесь вам покажу. Вот у меня есть такая лампочка, которая светомузыку делает. Классная лампочка, она прямо светит на половину комнаты, то есть до пояса где-то. Весь пол, кровать, там все тумбочки. Классно. То это тут просто мало показывает, потому что слишком близко. Так, надо бы нам ускориться. 4 рубля. Сейчас 50 рублей в приложении. Вот такой брелочек. За 2 рубля взяла 2 украшения. То есть 2 рубля за оба. Ну, тут то же самое. Красная цена им 2 рубля. По 36 рублей сейчас стоит. Здесь подкова. А вот это вот такая штуковинка. Продеваете. И она у вас продета, и вот так вот на шее висит. Прикольная. Но ее, наверное, ненадолго, быстро потемнеет. Ну, по рублю-то можно и одноразовые. Как будто, да? Так, посылки летят у меня. За 24 рубля брала. Сейчас у продавца 34 рубля стоит. Это обалденные, приобалденные иголки. У продавца прям так нарисовано, что мужик там вдевает в иголку нитку прямо с закрытыми глазами. Вот тут вот такие ушки. Надеюсь, видно. Бабушке подарю. Так, значит, за 53 рубля взято. А, да, это не халява. Это я просто взяла за 53 рубля. Это просто слайдеры. По-быстренькому сейчас покажу. Просто прикольные слайдеры вот с надписями. Если мне какой-то один слайдер понравился, я беру весь набор, потому что больше никак. Так, а это у нас летучая посылка, которая улетела только что. Взяли за 14 рублей. Это фольга для ногтей, которая наклеивается на липкий слой гель-лака, на праймер или клей для фольги. То есть вот такая красивенная, как раз к Новому году пойдет. Длиннющая. Хватит надолго. За 23 рубля взято, сейчас до сих пор 23. Это фрез для очищения птеригия, пламя. Но уголочек, ну вот этот вот кончик у них острый. В принципе, не сильно такой острый, но островатенький. У меня есть пламя безопасней, есть тупее кончик. Но по напылению очень даже ничего. Так, дальше. Вот такая рыбка. Взяли ее за 5 рублей. А сейчас у продавца стоит 72 рубля. Был купончик, там еще разные размеры есть. Но за 5 рублей получалось только 20-сантиметровые. Только, ну-ка, где у нас линейка-то? Продавец 20 сантиметров рыбки обещал. Так. Ну да, почти 19,5. Такие игрушки берут для животных. Говорят, там чего-то с вкусным запахом для них есть, и кошки с ними охотно играют.
Ну что, мы выходим на финишную прямую. У меня осталось немного посылочек, наконец-то. Так, чего у нас тут? За 24 рубля взято тоже с купоном. Сейчас 92 рубля. Вот такая машинка. Классная, даже колесики вертятся. Тяжеленькая такая. Чина. У нас как раз красненькая машинка. Правда, не такая, но красненькая. Взято две фрезы за 72 рубля. Сейчас у продавца они по 90. Если честно, по 90 тоже дешево. Но за 72 рубля две фрезы – это нормально. И, кстати, у них зубчики не сильно топырщатся. Или сильно? Вроде не сильно. Попробуем. За 70 рублей взятка за 71. Сейчас продавца 140. Это штучка, чтобы в машине крепить телефон на магните. То есть приклеиваете вот эту штучку на чехол или на телефон. Приклеиваете вот это на панель. Вот, и потом вот так вот присобачиваете телефон, чтобы он держался у вас. Чем он хорош? Можно повернуть. И есть большой зазор. Муж прямо ждет, не дождется, когда я сделаю уже распаковку, чтобы меня эту штуку забрать. За 17 рублей взято. Сейчас у продавца 120 стоит. Такая обалденная брошка. Еще одна. У меня же две собаки. Вот, буду им. Вот такой рось. Зацепили. Закрыли. И все. За 8 рублей взято. 68 рублей сейчас у продавца. Это вот такие разделители для рукодельниц. Например, какие-нибудь бусинки втыкаете, и между бусинками вот такая красотища. 8 рублей. По-моему, тут 20 штук, что ли, или 30. Взято за 16 рублей. Сейчас вот такого цвета тоже 16 рублей. А еще два цвета есть по 35 рублей. Это керамическая чистилка. Очень долго шла. Мы чистим такими картошку, морковку, огурец, если он горький, например. Вот, свеклу. То есть, все чищу ей. Классная вещь. Ну и последняя посылочка на сегодня. Так, взята за рубль 35. Сейчас продавца 70 с какого-то перебуку. Это адаптер, который обычно продавцы кладут вместе с телефонами в подарок. То есть, у меня адаптеров много с микро входом, а это Type-C. У меня такого нет. На что найду, я ссылочки оставлю под видео. На группу ВК тоже я оставлю на первой строчке ссылку. Если хотите так же дешево покупать товар, как и мы, обязательно добавляйтесь в группу. Будем вас очень рады видеть. С удовольствием вас примем в нашу дружную банду шопоголиков. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо, пока-пока.